Друзья, всем здорово! Мы с вами сегодня будем тут чуть-чуть вот выживать. ПСД площадка. Стой, я вообще-то не для этого взял ПСД. Хорош! Да не собирался я проезжать эту трассу. Хотя, черт с вами, попробую. Так. Два из четырех. А, ну все, я же сказал, что не хочу проходить эту трассу. Так, в общем-то, мы с вами сегодня будем выживать, мстить полицейским за то, что они нам столько нерв сожгли во время прохождения этой игры, возможно, неоднократного прохождения. Вот, поэтому я специально искал какую-либо возвышенность. Тут сейчас мы с вами пропишем чит-код Nutr Tools. И только не надо мне тут говорить, что вы никогда его не прописывали. Я настолько удивился, что даже первый раз не прописал неправильно. То есть нам нужно хотя бы 5000 патрон. Так что еще два раза прописываем. И сейчас будем привлекать максимальное внимание полицейских, ФБРовцев, военных. То есть наша цель прожить как можно дольше. У нас с вами одна жизнь. Если этот формат приживется, то я буду стараться делать для вас ролики почаще по GTA. Будут ролики по GTA Vice City, по GTA San Andreas, по GTA 4, по GTA 5, естественно. И чё ж греха таить, возможно, даже для вас откопаю олдскульную версию GTA 2, где мы с вами и там попробуем что-нибудь такое эткое сотворить. Так, сейчас... хотя... какая нахрен разница? Есть таймер, нет таймера. Так, полицейские. Вы там живы остались, да? А кто вам разрешил живыми оставаться? Ох, этот чудный мир GTA. Где можно со снайперской винтовки взорвать машину, стреляя в дверь. Так. О, Бэха, блин. Моя слабость. Ладно. Валь. Полицейские. Тут у вас психопат в дорогом костюме шалит. Вы где там есть? Смотрите, какая крутая машина BMW. Я три гранаты кинул. Одна взорвалась прямо рядом. И хоть бы хны. Беленький дымок. Ламборджини, ну зачем, а? Ну вот, а ламборджини фанерки. Так. Блин, я уже столько тачек взорвал, и всего лишь один полицейский. Сдурели, что ли? Понятно. Так, мне есть чудо-дробовик показать. Как вам? Знал, что вам понравится. Так. Ну, вроде как неплохая позиция. Сюда до нас добраться никто не может. Ну, только разве что десант с вертолета. Но это маловероятно. Все же у нас миниган есть. Так, взрывы, крики. Люди, лучше сваливайте отсюда. Так, уже вертушка прилетела. ФБРская. Жирный. Тебе особое приглашение нужно? Вали отсюда. Ей, я ж по ногам ему стрельнул. Нет, полицейских спасать нельзя. Обойдутся они без вашей помощи. Их и так тут много. Тем более я настолько наглый, что делаю первое выживание по GTA Vice City рядом с полицейским участком. Вот так. Пускай знают, что Томми верчит и мужик с яйцами. Какой ты тупой, летчик! Ты прям встал передо мной. У меня миниган, у меня есть М16, у меня, черт возьми, МП5, у меня, черт возьми. Ах ты, блин, какой. Ой, жопа какая, юкарный бабай. Как ты. О, блин! Ребята, мы с вами в такой заднице. Зачем я это сделал? Ну ладно. Тут есть все-таки такое тоже неплохое весьма место. Откуда мы в одной миссии снайперили. Кстати говоря, тут есть аптечка, которая позволит нам дольше выживать.
Полицейские все-таки дурные, поэтому они вряд ли догадаются сюда зайти. Вы казенную машину загубили. Вам плевать, да? Ладно. Что у меня там есть для вас? Ой-ой-ой-ой, тихо. Что, они все померли, что ли? Ха-ха-ха, реально. Хотя я на крышу ведь кинул-то. Держи. И вам гостиницы, ФБР. И вам. Или это ЦРУшники? Ну, короче, и тайные агенты какие-то. Серьезные. Так. Новая вертушка. Блин, ну почему ты выше не можешь поднять? По-моему, Карл мог поднимать максимально высоко, если я не ошибаюсь. Ну там и миниган был в Сан-Андреасе гораздо более мощный. 30 патронов, все. Извини, и спецназовец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это больно. О, без хвоста, классно. Это редко можно увидеть такое. 6 звезд. 6 звезд, 6 звезд. Это 6 звезд. Быстро как мы. Ой, да. Уральчики уже поехали. Скоро танки поедут. Мы с ними сделать ничего не можем. Даже если я пропишу Professional Tools, где мы можем с базуки стрелять, толку не будет. Ой-ой-ой-ой. Откуда? Откуда пальба? Держи. Ты чё? Они, короче, своих дают. Просто танк проехался по своим браткам. Как ни в чем не бывало. Ловите. Ловите. Это подарок. Не хотите? А вот так. Отлично. Так, приехал еще один танк, с которым мы опять же ничегошеньки не можем с вами сделать. Хотя, блин, ну, если бы гранату можно было бы бросить, вот там, в двигательный отсек. Ведь, по сути, профит должен был быть-то. Хоть какой-то. Опять ты что такой наглый? Прям лицом к лицу встал и стреляет. Все. Все, падай давай. Ой-ой-ой, не на меня, ты что? Блин, а если бы я там стоял, уже бы выживание закончилось. Так, прям таки хочется, конечно же, в такие моменты, когда у вас мало здоровья, прописать аспирин. Но это, знаете, было бы как-то нечестно. По отношению без того не к самым умным полицейским. Так, кто там палит? Кто там палит? Жирный, жирный, ты что там? Гранатку держи. Во, как толстый бегает-то. Вот, надо создавать условия для людей, чтобы они занимались спортом и худели. Я рад, что я помог им. Держи. Прям в трусы ему гранату кинул. Это было эффектно. Как ни в чем не бывало, на роликах. Катается, смотрит на меня еще, говорит, ой, какой красивый мальчик стоит со снайперской винтовкой. Так, еще одна вертушка. Блин, у меня жизни-то осталось не очень много. Судя по всему, пули до тут вообще тупо не долетают. Ограничение у движка есть. Так. Давай, падай. Какой ты косорылый. Ой-ой-ой-ой, ты че? Зато он стал снайпером, когда падал. Видимо, от страха. Так, уже третий вертолет без хвоста. Прикольно. Урал. Куды? Мужик, беги. Куда ты поехал? Так, там кто-то есть. Фибиеровец. Ты единственный выживший? Да? Ха-ха, кто быстрее? Я принял его вызов на дуэль. Я не зассал. Так что ко мне какие претензии? Так. Где там еще? Так, еще танк.
Ну-ка, 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 ребята, давайте поактивнее. Где репортеры, черт возьми? Они должны уже были давно прилететь. Да сваливай ты отсюда, как ты что стоишь на светофоре? Танк сзади тебя. Танк сзади тебя, говорю. А ему плевать. Ух ты, какой точный-то. Вы гляньте. За полкилометра попадал. Тихо. Не ко мне, не ко мне, пожалуйста. А вот туда можно. Кстати, если вы заметили, за каждый сбитый вертолет нам отстегивают денежку. Ой, как красиво было. Бабенку задавил. За что-то. Как вам? Понравилось? Вылезайте из своего танка. Не будьте сукунами. Блин, как же вас много-то. Прям целая танковая дивизия скоро будет. Ну. Так, 62 здоровья. Аспирин использовать нельзя. Аптечка там уже закончилась. Она раз в 6 часов появляется. 6 часов это 6 минут. В принципе... Вы чё, себе колеса прокололи, что ли? Ой, какой я меткий стал, вообще. Тихо, тихо. Вот, отличная позиция. Там не верчите, тебе надо к Масутру было писать. По самым выгодным позициям. Так, отлично, еще бабосики. Правда, копеечки, но... Так, мне кажется, они заняли какую-то выгодную позицию и пытаются по мне простреливать. Ну, не совсем выгодную. Но неплохо. 42 здоровья. Блин, час близится. Роковой час. Сколько мы тут уже выживаем? Ну, скоро должна появиться, по идее, аптечка. Я надеюсь, что все-таки они в рандомных местах, где не аптека. Тоже же каждые 6 минут появляются. Таксист, ну не надо, не провоцируй меня. Поздно. Голова тебе не нужна. Ты все равно фуражку не носишь. Так, плечо. Ну, я ж тебе давал предупредительные сигналы. Сидел всю. Так, козырное место. А, он с другой стороны. Тихо! Тихо, не стреляй, ты так опасно! Ой, блин. Все, братцы, мы с вами не переживем следующую вертушку. Прям по-любому. Ох, красиво как! Тихо! Какой ты смелый, прям чикнеридзе! Местного разлива. Одно хп! Блин, ребята, ну одно хп это, конечно же, вообще не серьезно. Надо что-то делать. Иначе все будет совсем печально. Ай, блин! Это самая тупая смерть, которая могла постигнуть героя. Ой. Ой, ладно, ребят, на этом эпизод первой части, короче, выживания в GTA Vice City заканчивается. Если вам нравятся такие ролики, оставляйте комментарии, лайки. Я буду знать, что... Каждую неделю можно делать выживание не только по мафии, но и по GTA-шке. Всем пока!